Самый лучший вариант это брать, который за выполнение заданий тебе дропается. Пистолет? Да. Ну, типа, за выполнение там сразу улучшенного, все дела. Типа, берите его, он вообще прям пригодится. Все берите молот, кстати. Они сказали там, типа, лучше всего помогает это молот. Но он же это... Да. А почему этот пистолет мощнее, если слабее значительно? Я как бы просто, на меня толпа бежит, я достаю вот этот пистолет, про который ты говоришь, и я никого отстрелять не могу. И потом я беру свой и просто по головам стреляю, и это один шот, сразу умер. Ну, у них стоял реаниматор. Что-то я не могу получить никому из вас. Пробуйте, инвайтинг. Так, я выхожу в одиночку. Заходи, пробуй ты теперь на меня инвайтинг. А, хотя я через тебя просто сейчас тебе подключу. Или к Лёшке сейчас попытаюсь. Посмотрим. Сейчас. Выйди полностью из всех режимов. Все, давай по Бурику DLC. Поехали. О. Отлично, начинаем. Сделай как-нибудь закрытую. Да. Мне нравится ход твоих мыслей. Так, ладно. Пистолет и это. Но... Сейчас, да, быстренько. Так, да, проверьте, там, может, модули какие-то. То есть на пистолет на этот мне лучше не, да? Прям точно. Но не тратить на него, наверное. Ну, это не точно. Ну, я бы не тратил. Ну, просто он реально, ну, на практике проверил, он окей, лучше убивает. Ладно. Но как бы, когда толпа зомби, конечно, нужен какой-то пулемет. Потом порожни. Расфигачивать все это. Вот мне вот этот понравился, да, пулемет, который последний самый. А, нет, он не тот. Я понял, для чего нужна цепь, для чего нужен котел. Вот мы начинаем, стой. Да, я знаю, я же тебе сказал, что сейчас начну. Не взял, я с этой хожу, катаной. Нет, там просто типа написано, что молот, ну, упрощает жизнь в плане в атаке. То есть можно другие. Мне понравилось это, то, что она еще на расстоянии. У него и пушка, и меч. Mm-hmm. А молот чисто для ближнего боя. У нас там просто будет босс-файт, и говорят там, ну, типа, с молотом прикольно. Попроще. Он эффектнее. Молот эффектнее, красивее. Ну. Он отталкивает. Он когда берет его в руки, он его отталкивает, поэтому это единственное, что подкупает молот для меня. Так, опа, я сразу на арене появился. Прям. Все, у меня тоже загрузил. У меня тоже. Все, у меня загрузился. Так, все, идем, берем задание, я беру карту. Я синенькая. Все, запоминаем свои цвета. Так, все, выстрелом в голову. С помощью снаряжения. Блин. Так, кого к помощи снаряжения? Блин, это овощ. Он мой. Снаряжение. Или искать, куда гранату кидать. Читай просто. Читай, набирай там двух человек. Блин, он всех убивает. Так он еще и задание не выполняет. Просто да. Арена, тем лучше. В этот раз наша аудитория явно живее, чем та на корабле. Видимо, да? Там вот сюда, вот в эти арены две. Это самое главное. Нет. А, у меня нет денег. Лёшка, у тебя что, ножом? Подкупает это. То, что пистолет тут реально потом. Гранату? Да, гранат. Давай я вот так. А тебе же надо выполнить оборудование. Спасибо. Выполни просто частично все хотя бы. Так, кто зеленый у нас? Ну почему он был рад? Почему именно в этот раз он должен... Открывай в камера, Лёх. Да, ну у нас нету денег с женьком. Я просто двигаюсь. Так. Убираем щит сразу. А теперь мы заработаем и купим все крутые пушки. Да? Претендент вызывает героев
Ты там уже это задание проходишь? Я босс-файт. Ну типа я в бой босс-файт убиваю. Так, мне нужно зомбаков собрать. Похоже, этот фараон рассчитывал купить себе билет на небеса. Так, мне надо. Кого-то мне это напоминает. Мне последнее осталось гранаты убить. Можно. Я думал, меня позвали, чтобы я работал головой. У вас зомбак. Блин, не выполнил задание. Ну ладно, валим эти дистанции. У меня патрон сейчас закончится. Надо идти. Все, последний пару. А, копашку не варик. Пока. Сейчас, выбирайте приз, а потом... Он прямо как батарея. А что делает сердце, Сань, все-таки? Оно пока ничего здесь. Сейчас, ну... Сейчас подниму. Я пытаюсь к тебе пробиться, да. Параллельно выполняю задание. Давай, Сань, ты стреляй, я сейчас добью. Мне надо задание выполнять, ты убил всех, кого мне нужно к заданию. Сорян. А. Спасибо, детка. Приятно, что ты печешься обо мне. Ачивочка. Неужели в этот раз нельзя было подкинуть дровишек покрепче? Теперь, чтобы меня достать, придется попотеть. Вот мне еще одно открыть, будет пистолет. Так, это не те. Не тот храм. А, вот оно. Че он такой дешевый? В прошлый раз дороже был. Почему? Вообще же простенькое самое задание. Прикончим этих дохликов, пока они всей толпой. Самое тяжелое на данном этапе это ножом режут. Призовые очки. Ну, мне пока не стандартно. Не, самое тяжелое это прожить в храме. А, ну это да. Вот у меня сейчас прокатится. А, да, ловушка это да. Это, я долго ее не мог понять. Так, как же сделать про птицы под лезвие? Проскользнуть. Ловушкой с лезвием. Ты где? Внизу? Сейчас. Так, блин, у меня еще что последнее? Я бегу на тебя. Не бьет. Я пытаюсь найти, короче, чашу, чтобы выполнить. Да, блин, чувак убивает. Don't kill, please. Какой рубин? Где он? Какой? А, это Саня. Блин. Я бегу и думаю, это ты. А, я знаю, тебя где-то. Героя... Если Саня только что сюда бежал. Боже мой, ну и вонище. Так. Не знаю, что там у этого жреца с деньгами, но трупов у него точно куры не клюют. Фулскар! Я тут должен был проскользнуть? Я не предупредил. Давайте возвращаться в бой. Герой Дану повержен!
Ты даешь мне скажи? Друг другу там. А почему оно не сработало? Все, правильно. Гадюка и дракон. Оно же здесь где-то. Я прошел оттуда. Я твой должник. Спасибо. Переход между этим двумя. Не так уж и вкусно, а? 57 кило костей и жил. Возможно, что... Так, стены из черепов есть. Горящие факелы. Сейчас посмотрим. Буду надеяться, что челик это сделал. Все факты указывают. Думаешь, что он голову выиграл? Нет, не голову. Конечно, другой. Там нужно определенную вазочку сбить, чтобы огонь... Попробуй спиться мне в горло! Нет, он не сделал. Ищем дальше лазочку. Ух. Нет, блядь! Я не тот пистолет сменил. Максимум боеприпасов. Ну ладно, я перед не буду с мозгу выходить, я сам сказал не очень. Попробуй с этим. Учитывая, что тут патроны сразу могу. И 5 тигров зомби. Включи это изи. Так. Только их найти надо. Да. Есть забавная идея! Вот, вот, вход. Вот он вход. Нету! Где так много раза? Так. Нет, это не уже не вот и девушка. Так, женек аккуратно со спины там. Да как так-то, ё-моё, я же зашел все верно. По видосику я в нужном месте нахожусь. И там ничего нету. Завые очки. Аккуратно, блин, легко. Видосик иду, смотрю, блядь, потом все нужно менять. Хрень должна быть напротив двери. Че, я дверь открываю в эти дальше проходы. Моя жена также шинковала овощи для салата. Понял. Да, открывай дальше. Название пройдено. Божество довольно. Так, у нас центр есть. Что, тигры скоро будет? Так. Вы мне нужны в храме теперь. В каком? А, храм. Да, ты. Раз, надеюсь, тигр. Давай, помни. О, да. Это пойдет на ура. Я скажу, как это называется. Наглое и бесстыдное жульничество. Мне нужно найти, короче, пока, голову пока. С синим знаком на ней. На башке. Нашел. Нашел. Нет, такой в чемпионе. Это вкратце в спине. Что-то я всегда забываю, как... А, вот. Вблизи они намного гаже. Там тут с топорами бежит. Храм. Не нужно. Здесь я выдал денежек. А для щитов у нас все собрано? Нет. Блять, не смог.
Давайте. Это... Мне чел другой еще поднял. Хочу понять, череп. Я не знаю, я взял, не взял. Ищите, короче, в храме. Там, где вот черепа обычные, вот эти, которые внизу, должен быть череп с синей отметкой. На, прям на самом черепе, макушке, скажем так. Его надо выбить с помощью оружия, ульты. Я сейчас схожу гляну. В смысле? Хоть где в храме искать череп? Да, именно в храме, отметки. Да. Отлично. Президент допрошает Бога. Получит он ответ. Она это открытие чует. Нет. Она прям такая явная, да? Да, она прям понятная. Блин, новая эта волна. Тут я уже смотрел. Да, это план. Так, череп Один Зевс. Саня там читает туториал. Да вообще жесть. Хочу пройти, потому что... Так, так. Здесь... Ой! Да, отлично. Надо их убивать. Двоих осталось мне убить. А, ну дай тише. Удвоение очков. Да блин, не дал чувак мне убить последний. Ищите, кстати, пока что котел и шестеренку берите. Заберите его, пожалуйста. А где шестеренка? А где может быть? Что? Шестеренка, а шестеренка? Я не знаю, вы где нашли ее вообще. Хз, я ее я до этого просто не находил, поэтому... Все, я все усадил. Да, я все усадил. Ты с топорами, чуваки, появились. Что там? Какая гадость! Для вас это правда развлечение? Не знаю, где шестеренка. Сань, там сзади чувак с топором. Хорошо. Лучше отходить. Максимум боеприпасов. Мне стало интересно. Все стало интересно. Сейчас я поднимусь. Не надо, лучше не трать. Поздно. Я бы тебя успел поднять. Перестрелял бы из гранаты. Вот еще и наверно. Ну столько раз за раунд все-таки действует. Ну да. Ура. А тут всегда ворота были открыты? Они открывают. Да. После того, как это. Так, все, есть. Гармония Z. Так, мне нужно было. Че, надо щит собрать. Вы кувшин так и не забрали, да, на нет, но я это точно не знаю, даже что это и как выглядит. Ну там, типа, обычно... Хорошо, давай я сбегаю на ней, в центре стоит, где мы задание берем. Да, сейчас, конечно. О, и пятого тигра как убил.
как раз дар заберу. Все по Калигуле. Срочная распродажа. Если бы эти стены могли говорить... Блин, сейчас я за кейсом гоняюсь. Там что интересное будет. А на перке же не распространяется распродажа. Удвоение очков. А, Саня? Да. Я получил этого, чувачка вместо гранаты, который притягивает. Да, я помню. Я, видимо, выбил все-таки каким-то образом то, что мне нужно. Че, нужен тебе этот? Че там в центре тебе надо было взять? Тазик? Все. Нет, не нужен. Сейчас, нашел. Я его нашел, только выбил. Я выбил, просто бегал, прибежал, не стабил. Тут у меня патроны этой даром выпали. Короче, о, Лёшка, отлично. Так что я готов брать их, скажите. Ты в центр открывал двери, Лёх? О, нет, есть, в центр есть. Через греческий как раз. А, мне нужен другой, мне нужен. Как так? Его обратно. Конечно! Старика каждый норовит обидеть! Да. Приходим в себя, юная леди! Короче, Винчестер не улучшает, вообще шла. Я патроны, короче, беру. Максимум боеприпасов. У меня здание в храме продержаться. Это будет последнее, что ты увидишь. Так, у меня как раз подходить под подлогу. Так, все, шестеренка, я не помню, где вы находили. Совые очки. Спасибо, злые духи. По-моему, вы лучше всех. И плевать, что говорят друзья. Она в храме должна как лежать? Дешевый тазик нарезать. Внизу, да? Ну, она где-то... Нет, не в храме, она где-то внизу должна быть. Ну, в подземельях, да? Да. Они там, в арены. Ну, что, окей. Я бегаю, смотрю. Никакой пощады! Что это сейчас случилось? Ой, что-то мне это не нравится. Совсем не нравится. Надо сокрушить их, Костя. Погоди. Я ничего не сделал. А, я понял. Все, нормально. Так, мне нужно теперь мне надо ловушку собрать. Короче, вам надо теперь найти шестеренку. Ну так у вас задача прям вообще мега. Ну я ищу ее. Я вообще не знаю, серьезно где она. Если не знаю, где она. А денег-то и нет. Типа, есть и все. Один момент. Она для щита нужна? Да, там прям шесть. Такая большая. Так она для щита нужна или нет? Нет, она не для щита. Щит пока вообще не важен. Нет, да. Ну важен, но на данный момент и... понял. Не важно, просто что именно я там принял, но если мне это все чудится, может стоит просто выдумать доски потолще? Ведь знал же, что в карманах ветер. Ты с видосиком прям смотришь. Да, это вообще, ты знаешь, как вообще это жестко? Типа, в текстовом варианте я вообще не успевал бы. Я думал, ты просто читаешь гайд. Ага. Я просто бы не успевал бы на игру. Осознать даже, да? Да, не успевал бы осознать игру. Так, мясорубка есть? Нет. Отлично, вообще красавчик. Я бегаю, все подземелье, ищу эти страны. А, там жесть! Вообще пз. Где эта фигня может быть? А про ульты еще не забивать, не забывать. Почаще использовать. Все равно не копится быстро. Не, нужно найти мясорубку.
Зайдите в башню Одина, короче. Ну, которая с щитами. Ну, Один, чья мифология? Блин, серьезно. Ладно, короче, рядом с Грецией. С греческим, рядом с греческим храмом. Куда полюбим? Короче, иди к котлу, который находится внизу. Чуть не на... Не помню на каком этапе. На третьем стуле. Да, там размести деревянную хрень. Там будет типа кое-где завязать что-то. Завязать, в общем. Короче, мне надо просто выполнить кое-что, я не могу выполнить, потому что нагоняет кучу зомби. Иди ко мне, давай я их подставляю. Я шестеренку тут ищу. Так, я... ты где шестеренку ищешь? В подземельях бегу. Так, ну, я возле... Я возле... Это там. Я мечтал поглядеть на настоящего злого тихого. Так, все еще все. Так, Леша, я ты нашел, куда этот приколю? Нашел? Иди ищи шестеренку в подземельях. Так я все тут обошел. Я реально не знаю, где она тут. Леша, загугли, где находится шестеренка. Даже везде эфку бегают, тыкают, чтобы достать от отчаяния. Если есть возможность... А, да, ты открыл, все хорошо. Я просто хз, где шестеренка. Надеюсь, от тебя есть. Не знаю. Черт, последний забегал. Арт. Он выбежал на меня. Вот, все, ты расположил куда надо, все нормально. Деревяшку ты. То, что ты делал, то, что ты сделал изначально, то, что ты не делал. Ты сделал нормально, то, что надо. Чего? Как? Так, мне надо мясорубку. Чем мясорубку? А может в храме быть шестеренка все-таки? Я вот хз, честно говоря. Потому что я все, бежал в других местах. Пойду в храм. Полазил. Я и тут, и везде бегал. Где еще должно быть еще одна часть? Они использовали ее так часто, что она исчезла с лица земли. Ну, так все думали. До того случая с Титаником. Занимательная археология. Максимум боеприпасов. Задний проход у скорпионов расположен на хвосте, прямо за ядовитой иглой. Кажется, кажется, он облегчился. Ой-ой. Так, что мне всегда по ней? Не хочется узнавать ответ. Подъем, милость. Леш, ты не гуглил, да? Не смотрел бы шестеренку. Кухня работы, дядя Стентон. Не молодец. Так, нам как-то скооперировать, чтобы... Так, вы где находитесь в данный момент? В храме. А ведь мазохисты за это и платят. Я бы с радостью заплатил им, чтобы они заняли мое место! Короче, я пистолет прокачиваю. Другой. С ним явно лучше. Давай,
Он еще с нами, ты че? На дыму стоит. Он русский. Он где-то? Ну что, трем точно. Ну ты спроси, русский, нет? На Б нажми. Ты в чат не говорил вроде. Да. Шути над моим возрастом. А тут... Нет, сверху бы появилось то, что ты говоришь. Этот. История по моей, как ты сказала, специально. Сейчас не было. Это гладиаторская арена. Русский? Не знаю точно, где именно. Я, короче, не думал, что такое. Знакомое лицо. Нет, стойте. Это не теща. Что такое? Что ты снова нашел, куда залезть? Для какого-то членистоногого. Кажется, наш скорпиончик окунулся. Опа, в материю, верно? Да, да, да. Это оружие? Ящики? Покажи. А, вот. Всегда есть уязвимое место, которое можно... Скорпион, который типа такой рука, да? На которой... На руку. Ну, я тебе про это и говорю. Да-да-да, вот он нам... Максимум боеприпасов. Моя метафорическая чаша преисполнена. Я прямо чувствую, как у него внутри все органы болтаются. И зачем они ему теперь? Да, они будут прокачивать пистолет. Тут сейл. Беру сейл. Вы готовы? Она исчезает. Мне из храма выходить нельзя. Куда-нибудь. Даже лучше чашечки чая с утра. Просто мы нашли ее сейчас-то, нет. Ты можешь чувак ее? Они просто говорят, типа, находим ее и все. Нормально. Тут череп. Беру череп. Мгновенное убийство. Просто разбудите меня, когда все это закончится. Я на рукопашку. Эти гладиаторы дерутся лучше упырей с Титаника. Или это я сдаю? Моя деваха говорит, что надо открыть эту дверь в храме Аполлона, ну, и найти подсказку в храме. Е, я выполнил здание. Пошел за награды. Сейчас я нашел последний кусочек для щита, я просто его не крафтил. Где он? Здравствуйте. Надо крафтить, да. Побежали крафтить. Сзади с топором. Беги по циклу, да, упор. Он за тобой бежит, он просто меня пробежал, все равно кинул. Отлично. Так, отлично, это выполнено. Я наверх пошел. Ой, да. Для ускорения купить. Немножко хороший. Тоже я бы тоже искал быстрой смерти. Удвоение очков. Нашел, кажется.
Да, видосики показывают, походу, где она. Надо ее только умело подобрать. Она лежит в этом главном зале с улучшайзером. Я просто тыкал на нее, но она мне не подбиралась. У меня дар... дары выпало это. Да. Просто можно все потратить. Нашел. Все, отлично. Но ты попробуй. Блять, вот здесь, слева за углом. Там был. Там было за углом сразу. Внизу бежала. Ее на присесть, чтобы подобрать. Для них это просто петушиные бои. Вы слышали про ульту, да? Что случилось? Это я. Да, ребят, меня убили из этого. Удвоение. Все пешки попали. Меня тоже убили, а что здесь все столпились? Я все перки скупил. Поднимите меня, пожалуйста. Таня на меня скинул эту штуку, сейчас. Невыразимо. Поднимает? Печально. Да, поднимает. Надо было подобрать то, что... Блин, а это пистолетик получше пулемета будет. Все, короче. Так слабоватый. Надо повышать свой уровень это. Да, уровень симпатии. Они сильнее, чем кажется. А где? Так. У меня палец вверх, но. У меня палец вниз, потому что мне пришлось дерьмо находить. Срочная распродажа. А как понять, что максимально? Палец. Да. Пошли за мной. За мной. Давай. Ну, Леша, перейди. У меня связь прервана. Вот я на арене за тобой вернулся. Пошли. Йогас. Пойти зрители отрицания. Блин. Давай вниз за мной. Так. Надо, короче, сюда трубку поднять сейчас. Которую я так что выбил. Это на арене. Это бекор. Тут нерв должно быть, тут надо убить ножом. Блять, вот это дерево надо было убить. Кто-нибудь напомнит, что значит перк часы? Сейчас я подниму кого-нибудь. Наверное, перемещусь. Призовые очки. Уходи оттуда. А, все, вас подняли? Да. Кто упал? Чувак. Не тратите на него, не бежите. Да. Не перемещай. Давай я перемещусь как-нибудь. Я на арену выхожу. Ловушка. Есть трубка, осталось только кувшин получить. Который мы получаем на арене, когда у нас типа положительная симпатия. У всех смысл? У одного. Надо лечь, короче, на арену, чтобы он здесь держался. Я вот сейчас на арене. Я бегу. Да. Вот когда мне не хватает моего. Там типа открытые 2-3 раунда у них, которые происходят. Максимум. Нихрена себе. 2-3 раунда. Давайте просто начнем вперём. Да, а потом посмотрим, кто останется. Давай в сторону, да? Давайте в ту. Там просто у меня был здоровяк. Какую? Почь с собой против, подскажите. Иди так, правильно бежишь. Все, окей. Нам должны скинуть типа вазу. Золотую. Лёгче, по крайней мере, должны скинуть. Ну, посмотрим. Сыть, мой арматуренный. У тебя максимальный написано уровень? Получается. Алло. Максимальный уровень спать? Шикарно. Битва продолжается. Топоров в воздухе нет. Вы же эксперт по древним языкам. Когда мы сюда прибыли, вы заметили письмена на полу?
Сказать по правде, я был слишком поглощен совершавшимся вокруг симпатяга нас гигантским оккультным ритуалом. Меньше всего меня волновал какой-то чертов пол. Что с огнем делать? Можно. Я сейчас смогу, скажи себя. Да у меня, прям это, на огонь меня вывели. Бомба. Шикардос. Да на бомб, на огонь вырвался, как шипец. Что-то мне кажется, если огонь появляется на половинке, можно его в обратную сторону дать, по кругу там. Потому что иначе сложно выживать. Что-то получше. Иное время, но запах греха в плоти остается неизменным. Но почему они лезут ко мне? Спасибо. Да я только отрёкся, чуть не умер. Верхами. Аккуратно, огонёк. Вот тут вон огонь, я поэтому. Я, короче, лютую на нафиг. Удвоение очков. У меня просто там это, дар. Ту останавливает. Прошу прощения, но у вас протечка, дружище. Ой. Надо рапорту выбирать, какой-то стукин цель. Молоток. Хорошо. Возьмешь? Лотник. Это молотки стучат? Или это мое несчастное сердце готовится выскочить из груди? Да. Не умеешь, не берись. Вот что случается, когда теряешь бдительность. Или когда она напрочь отсутствует. Окей. Это у меня до сих пор большой палец, я бегаю. Да. В центре все это время. Тебе главное не попадаться на огонь. А он тут здесь. Я чуть не умер из-за него. Ничего там нового там. Клево. Нам должны скинуть, короче, трибуны. Базу золотую, я хз как это работает. Вот. Что это было? Кажется, он скрывает твою природную красоту. Ну вот я бегаю по арене уже второй уровень, и у меня палец вверх зеленый все время. Разукрашенным. Давай, намажься посильнее. Не найдешь крас, возьми навоз. И 9 пусков. Угу. Это тяжко будет. С одной мне в центре и одному. Призовые очки. Кстати, действительно, это пистолет, и я могу сейчас в центре патроны покупать. Так, забрали. Максимальный уровень спаки. Продержать максимальный уровень спаки 2 раунда. Так я уже 2 продерживаю. Типа не рекомендовано получать какой-то урон, проходить через огонь. Ой, я задевал огонь, получал урон. Типа выбьем вазу и можно дальше покрутить. Да,
Там типа уже на 20-й волне уже все это закончилось, сделали. Что поделаешь? Кстати, я что-то обезьяну не использую, а ножку. А ты если зажимаешь, не? Он долго ее кидает, правда, вот это минус. Вот есть такое. Локи. А, это свои, свои. Святой Боргер! Еще отца скверны прислали! Нам что, и так мало досталось? А у нас тут вообще никто. Желтый женек. Он большим бабками. Че с чего спросил? Вы слышали, что память? Нет. Вы заметили его, наверное. Он тоже спросил, что надо сделать там для чего-то. Крышу, что вазу надо получить нам. Мы пытаемся вазу получить. На арене 2, я думаю. У нас тоже такое сейчас. Дружище, нам надо сейчас получить золотую вазу, она дается за... Я говорю, дружище, нам надо получить вазу золотую, она получается, если два раунда держим на арене без урона какого-либо. Симпатию, максимальную симпатию. Держим, короче, два раунда и будет отлично. Тогда нам кинут вазу и пойдем дальше, проходить карту. Валится. Нормально. Ладно, я пошел за перками, у меня одного перка. Человек в маске кажется довольно зловещим. Я до сих пор по центру бегаю, никого нет. Точнее, чтобы мы ее завершили. Мы без вопросов принимаем помощь сверхъестественных сил. Рано или поздно это выйдет нам боком. Мой коготь острее твоих. Так ты должен был прям начать раунд там. Я вот сейчас ты живи, я также пропивал весь раунд. Сейчас снова в центре бойня, тут есть огонь. Что делать? О, опять эти бесстыжие прыгуны. Уже утомляет смотреть, как они играют муслами и скачут. Помогите кто-нибудь. Я пытаюсь убить эту тварь с топором. У меня стыжи. Они к этой кабьяне подошли. Идеально, чтобы их отстреливать. Палец вниз, ребята. Палец вниз. Огромная победа. Достойна ли она почести? Еще быстрее предыдущий. Тань, я уже раунд четвертый на арене. Че не дают? Палец сверху мне. Я не знаю, что делать. Там прям дослон. Может... Я не схожу со всей этой арены. Даже вот туда в сторону. Куда не схожу. Просто бегаю вокруг. Урона даже не получил вот сейчас. Последний раунд. Mm-hmm.
черепа не кали, я продолжу тебя терпеть. Полный заряд. Сука, на ног мой. Ты где? Ты тут? Да, да, да. И буду поднимать я. Это должно исцелить твой рак. Да можешь меня поднимать. Дай знать, тут если понадобится что-нибудь. Срочно. Надо, пиздец. Пытаюсь снова. Не я. Это сука тупая, она на меня столько народу вывела, когда я бежал, случайно спускался. Я всю игру там, на пистолете. Прикольные. Я бомбу сейчас возьму, воскрешайте там кого-нибудь. Фух, ну, он от меня далеко, я не знаю, где. Я бы мог переместиться на арену. Я все-таки хочу эту базу. Ай, блин, меня стукнули. Черт. Теперь меня накнули. Переместиться? Забить на арену? Погоди. Во-во-во, я мошу. Так, мне бы знать, как с какой стороны ты выйдешь. А, вижу. Сань, ты живой еще, да? Да. Ага. Я уже живой. У меня не было щита 8 тут, поэтому. Так, ты жив там? Блин, мне две брони надо отбить, полка. Закончится. Да. Он как-то быстро умирает, и броня не отбивается. Хорошо, что стены тут работают так же, как и на Титанике. А теперь, Скарлетт, вопрос к тебе. Отношения у тебя с отцом, что называется, натянутые. Не знаю, я не оценка. И тем не менее, ты, судя по всему, очень хочешь его найти. А может... Почему? Куда? Чё? Вот ваза, вот золотая. Я взял ее. Он в нем много чего мне рассказал. Шикарно. Маленькая такая. Да, все. Может, ее и до этого кидали, просто я не видел. Она еле заметная. Можно с арены убегать, Сань? Да, все. Можно. Блин, я второй раз на огонь прыгаю. Я на логике стою. А, мне вообще электричество отвалит. У них в этом возрасте, знаете ли, бывают проблемы
Аккуратно, женек, только. Обезьяну, короче, кидаю ему нахер. Угу. Боюсь уже. Кайф, обезьяна, да? Да-да-да. Поднимите кто-нибудь только. А, ты там? Да. А они агрятся на обезьяну, да? Ты вот так по ним стреляешь. Ой, я сейчас умру, сейчас умру, сейчас умру. Ты бежишь за мной? Нет, все нормально, живой. Ой, плохо, плохо, дела, плохо. Еще обезьяны кидают, пой. Все, есть. Бомба, беру бомбу. О, красавчик, ко мне только зомбики начали подбегать. Все. Ждем, пока база наполнится. Ядом, ядом. Вот так я траю ящик. Хотя мы могли уже, наверное, кучу раз прокрутить сам ящик. И его и то выведи оттуда, но мы не еще вряд ли вступили. Там надо всем. Ну у меня мало. Сань, напомни, что часы делают, Перк? Не стоит благодарности. Ты вроде их хорошо знаешь. А, часы? Они ускоряют всякую хрень. В плане там улучшений и так далее, и так далее. То есть можно купить, да? Да. Полный стак перков был. А то я все еще деньги жмачу, прикинь, у меня 25 тысяч. Копишь? Да. А, ну тут последний зомбяк? Вы, может, он вообще последний? Так что я не буду. Надо закончить. Надо закончить, да. Нам, тогда я... Надо было взять. Куда с ним бежать? Ну что делать-то? Давай сейчас команду. Отстреливай зомби. И беги в храм Дан. Рядом с египетским. Какой храм еще раз? Дан. Первый, второй, третий, четвертый. Первый красный. Там, короче, рядом с египетским. Я не знаю. Ладно, похер сейчас. Алло, вы что, ребят? Я не могу понять, как они сейчас. Надо взглянуть на них. Вот, рядом со мной Лёх. Володя, убивай его. Володя не убил его. Пока просто живи. Надо закончить волну эту. Так, я так понимаю, египетский один из первых был, правильно, Сань? Да. Вот, все. Окей. А, все, я вижу египетский. Понял. Синий, короче. Ну, да, вниз на первый. Вниз, короче, на второй этаж. Вообще все плохо, на самом деле. Зомбиков, походу узкий. Все, я там, на первом этаже, куда дальше? Все, ждем. Сейчас здесь нам начнут отставить волну. Отстоять? Не здесь. Серьез? Вообще, в принципе. Я в принципе делаю. Сюда потом придем. Надо просто закончить волну. Старайтесь. В смысле, это жесть. Не здесь, не обязательно здесь, просто закончить волну, да. Какие патроны, короче, купил, с ним. У меня вообще патронов нету тоже. Да. Я с двумя пистолетами. И мне надо всю игру так бегать. Кстати, пойду прокачаю второй раз. Взял, все. Где ящик? Ты не в курсе? Неужели это для тебя ничего не значит? Отец исчез из моей жизни, когда мне было 12 лет. Мне куда подниматься? Наверх? Сань, поднимайся наверх? Да, да, наверх поднимайся. Мне нужно только холпа прикрывать. Черт. Сейчас. Обезьяну кину. Меня что бьют? Не-не-не.
Призовые очки. Обезьяну кинул, обезьяну. Но даже не думайте, что меня можно подкупить. Враг моего врага все равно тот еще геморрой. Оп! Так, у меня там... Я только хотел побрить макушку. Удвоение очков. В данный момент очки означают жизнь. Ой, обезьяна кончилась. Все плохо. Блять, этот сладка, зачем убил-то? Чтоб его замыть с его ловушками, нифига он здесь, мы здесь стоим. Зачем здесь связать ловушку, если он нас потом не выберет? Ну, подними. Я обезьяну накидал, да. Чтоб точно понять. Ты мертвый, что ли? Или тебя подняли? Хорошо. Я видел, что у нас еще кто-то. Мне кажется, на арене легче всего сражаться. Так, еще внизу. Блин, я только что прокачал пистолет, он меня замораживает. Воу, прикольно. У меня уже щит их даже не вантапает. Еще выполнил задание. Тут автомат какой-то клевый. Блин, веб-пистолетка или автомат бесит? Да, он сразу прокачанный выпал. Но на него патроны все равно не тут. Как же? Володя пошел. Этот храм выглядит куда более древним. У меня зомби, Володя. Черт, Володя меня. Ну, обычное дело. Да нет. Я же в России. Челик, у меня патрон закончился. Мне пришлось улучшать, чтобы патрон как-то удобно. Ясно. Патронов нет тоже. Так, я ползу к выходу со стороны Блинского и этой хрени. Со стандартных залов. Я тоже. В смысле? Необычная автомат, да? А почему не прокачанный? Ну, обычный. Что это такое? А я пистолет свой крутой обменял. Короче, типа нокнули, потому что он стоит что-то. Я хз, что он стоит. Щит сломали. Не добегу до щита. Понял, класс. Ну, мы смогли скрафтить эту хрень с ящерки. Хотя бы умри, знакомься. Надо, чтобы тело топорами. Есть тело с топорами? Который не тает топоры, надо, чтобы вкинул в эту зажигательную хрень. Эти столбы зажигательные, которые здесь стоят. Нет, в один, в любой, чтобы из него деревяшку выйти. Ничего, призрак не поможет. Ну положили, но я не знаю, ее там нет уже. Она должна быть тлеющей, но она, видимо, не клеит уже. Нет, была, я прибегал, проверял. Я прибежал, проверил, я сказал тебе положить.
Ты положил 100% иди. 51 останется, давайте не будем убивать. Уже прокачать оружие. У кого? Тут дофига зомби на арене еще. Целевы. Кто-нибудь там есть на арене патроны? Приколю патроны. Рекордно. Аналогично. Я купить не могу, у меня пушка там прикольная. Во, вот этот челик не надо. Так, так, я его на себя вынаю. Надо зомбарков, короче, очистить его оставить. Лёгся и забыл считать. Нет, женёк! Он нам нужен. Это чё? Дружков, скажи, тебя он нам нужен был. Да блин, ну чё ты мне предъявил? Я ж сказал. Убиваем зомбаков и его оставляем. Послушал. И Лёша сказал тоже, что он появился. А чё он нужен? Зачем? Он должен выбить нам деревешку. Да. Наши доски говорят нет, нет, нет. А ваши глаза в ответ. Нет. Да, да, я тоже думаю, что нет. Череп, череп, череп. Пусть он кинет в деревяшку эту. Я их сюда взял. Я подземелье пойду сейчас, короче. Блять, ты не агрики его, я его только на себя ставил. Сейчас я сдохну. А, я его только на себя сагрил, тут что же ты убил? Нет. То есть переместиться к тебе? К вам бежать все-таки? Окей, вы же живые, да? Все, отлично. Я там пошел, прокачаю оружие. Вот, вот. Может, если кончатся патроны, попробуем копьем? Во, во. Я сегодня не в том настроении. Нормально, у меня есть. Я своего увожу. Как меня бесит, как тут забирать, тут прокачивать и оружие. Нужно прям ровно подойти. Что реально, меня в этот момент уже отбивают. Да он на мне. Блин, он на мне специально. Леша. Он. Он в этот где-то попал? Хрень? Костер? Он должен в костер попасть, Леша. Он живой еще, да? Не убивать его? Пускай живет. Окей. Сюда из меня. Что-то плохо. Лёша, не агри его на себя. Мне нужен он. Лёш, алло. Всё. Он не должен по этой хрени ударить. Он не в неё вообще должен кидать. В костёр, я же сказал несколько раз. А где этот? Нет, нет, не в такой, в этот, тотемный. Блин, вот эту хрень, короче. Давай, веди, короче, его, Саня, бери на себя. Я хочу это сделать. Он один остался вроде, да, видишь? Да, я знаю. Сейчас он в Лёху кинет топор. Блядь. Дай я его, на меня его. От маника, да. Отходи. Благодарю, мадмуазель. Так, всё, должен быть всё дырья. Если деревящей нету, это прискорбно. Прискорбно. Так, ладно. Фу. Так, ну, давай. За тобой, мы, допустим, выполнили этап с деревяшкой. Теперь ищем, короче. Теперь спускайтесь вниз. Можете прям с ним, пофигу вообще. Надо найти эту мясорубку.
Какой мясорубка? Она... Ладно, пошли, похер. Она именно мясорубка, это как мясорубка выглядит, обычная. Сейчас скажу. Я видел на видосике. Сейчас. Я как раз этот зал сейчас найду. Я пока ищу его. А чё, она будет доступна, чтобы что-то сделать? Да, она будет активна, когда можно будет череп положить. Во, всё, я в этом зале, где должна быть сорока. Где ты? Сейчас. Я в затопленном склепе. Во, во, Лёха у меня. Ищи. Вот в таком, каком-то таком пустом месте должна быть мясорубка. Разные. Склепы? Склепы? Да, да. Затопленные, затопленные. Беги дальше. О. Где-то тут? Да, да, да. Тут. Нету. Но даже безотносительно твоей рожи у нас есть проблема поважнее, чем собственная внешность. Ну как, разузнал уже величайший шпион в мире что-нибудь полезное? Хорошо, что ты спросила. Я заметил на полу комнаты, где мы оказались после войны. Ее в принципе здесь нет, а вот. Она должна здесь быть, не выполнена. Может, мы что-то не сделали, ну? Ну, видимо, с деревяшкой все-таки надо было ее вовремя вытащить, но ее не вытащить и проебались. Не наш, не наш. До этого говорили, все нормально, все нормально. Сейчас когда кончится. Ладно, попробуем устранить. Так, где зал? Где Саня еще и видосик смотрит, пивает. Я за бегов не умирать. Я привык, многозадачность. Мопс. Это жестко, конечно, что зачем было. Лё, Женёк, ты чё? Помогите. Помогите, да. Я упал. Сам себя не смогу. Я уж потратил. Я всё, меня станет. Чёрт. Не могу свои перки вернуть. А, я и не успел их потратить. Тут узкие коридоры. Можно наверх убежать, да? Да, да, да. Тут спокойно все, можешь перемещаться как хочешь. Если не пугал мне. Нет, значит, мы что-то не выполнили, потому что не активная зона, нет, которая должна быть. Я пошел на арену, короче, здесь явно легче. Тут же выстрел. Надо бы щит обновить, пока я там был. Я не беру подачки, но такие подарки мне нравятся. Тут чувак с моими топорами появился. Слышь? Так, да-да-да, слышу. На арене. Давайте отстреляемся. Он нужен или нет? Не убиваем, короче. Он жив. Не умеешь, не берись. Блять, я за вами бежал, у меня. Женёк, у тебя есть обезьян? Да.
Сейчас. А, тут череп, блин. Не, лучше обезьянку заезжай, поверь. Ой, череп, бомба. Нормально. Отлично, отлично, это вообще лучший вариант. Когда вы попадете, будет еще шанс. Все зомби умирают, а я чувак. Да, вот поэтому. Вместо рук. Прямо зуб на меня. Нет, не надо было. Все счёсь. Ладно, хрен с ним. Они тоже нагрятся просто на это время мелко. Я говорю, обезьяну я уже успел кинуть. А. До того, как бомбу взял. Нажать. Мало хп. Я выжил. Второго убивай, который бегает. На всякий случай. Пускай бегает. Ты видишь, тут сам чувак еще и второй есть, который не топоры кидает, а бегает. Его можно убить? Да, их можно. Тут два с топорами. Что, мы одного оставляем? Да. Я застрял в теле кого-то. Лёха. Ну я как-то застрял в тебе, ты рядом со мной побегал, я не мог выдержать тебя. Блин, оружие, нихуя не дамажит этой. Одного с топором убили. Электрическая штука. Рычарок вообще жесткий. Чёрт, их тут трое у меня топорщиков. И на арене двое. Ты можешь убить? Их там больше, сейчас четвертый или пятый придется. Я обезьяну кидаю, ну мать. Да, я в египетском зале вижу. Стреляй, Лёха. На, нет, иди, Саня, да. Они тут в центре идеально. Нет, еще... А, да. Ну и парк бедуков он. Что, добиваем парочку? Да, вали. Я просто уже не знаю, что мы сделали не так в квесте, поэтому валите всех. Нет, кроме топорщика одного. Может, еще додумаемся, что с ним делаем. Ну все, попрощайся с этой рукой! Патроны, блин. Нет, ничего не повторяю. То, что ты упал, это вот самый максимальный. Спасибо. Я пойду скорость куплю. Блять. Это просто открыто зажали. Что это молодцы? Меня мозг. А. Блин. Сейчас приду, не знаю. У меня обезьяна есть. Могу залететь. Разумный ход. Красавчик! Ну,
Не надо хлопать. Просто давайте мгновенный удар. Патроны почти. У меня это быстрее. Все. Остался этот челик. У тебя специфичный вкус, Саня. Они сюда бегут. Вон отсюда. Ты хочешь, чтобы он костер кинул в этот? Да. А, давай я помогу, попробую. Не-не-не-не-не-не-не. Плохой вариант, Женёк. Ладно. Нет. Я боюсь, что нужно дождаться момента, когда типа костры будут очень жесткие, чтобы их завязать. Он у меня отвлекся. Гоните там, Борис. Она. Да, сквозь. Где? Да. Они идут к другому костру. Может, определенный костер нужен? Идем за тот. Которой нет у нас, зато при нам склепе. Ну потому что мы еще что-то не сделали до этого. Не упустил ничего там? Нет, это мы получили, трубку получили, череп получили, ловушку, нет, это нормально. Сейчас вот единственное, это череп мы получаем, трубку получаем. Проверить, точно ли я подобрал кто-то? Я подошел, нажал F. А, ладно. Знаю, как это работает. Давай к другому костру иди. Трупаки поинтереснее. Нет, там как раз костры в тот момент, как, когда я выбил деревяху. То есть они резко вспыхнули. Так, я посидел, мы подожгли деревяху. Я не знаю, кто не забирал деревяху или нет. Вот в чем проблема. Нет, она могла просто сгнить, там исчезнуть, все. Он сам умер, да. Ну, короче, он кидал в костер. Точно в костер. Я... Ну,
Потом в кастом попробуем ночью. Давай, проходи. Давай думай, чего не хватает. Пробуй. Вот, я хочу просто попробовать сделать так сначала. Выбей деревяшку еще раз, можно. Видишь, они не загораются так жестко. Не, сейчас ты обезьяну можешь. Так, я отползаю это. А, ладно, Леха, воскрешай его. Дебил! Я уж было думал, что попал. Я знаю, мне меня тоже. Блин. Надо было за щитом сходить, пока вы дрессировали этого. За щитом пошли? Как же ты поздно нажал максимум в ребаза. Как получилось? Только выпал. Не, обидно, обидно. У меня прям кончаются патроны, меня носят такие патроны. Я такой, ой-ой. Она и ультую. Здесь, здесь у меня. Я тут здорового чувака убил на арене. Ага. Не надо хлоп. Куда уж больше? Ты синий. У тебя 40 штук. Короче. Фишка в том, то, что появляется какой-то обелиск. Так, есть. У нас нет этих столбов. Делать на что-то идет не так. Столбы нету, там их нету. Просто нету. Они должны. Они там дефолтно появляются. Других альтернатив прямо. Да, я тебе кидал его. Прохождение именно. Да, да, да. Да как так меня убили? На арене, да. Алёжа, можно кидать гранат? Не видим меня. Чё, поднимать мне его, бежай? Нет. Спасибо. Я из-за бихов пытался отбить как раз. Что-то их меньше уже стало. А, нет, нихера. Это я просто. Тут снова этот, плюющийся гад. Володя, давай. Он притянул, убьет меня сейчас. Он убьет. Леха! Уху! Еле-еле скачем, что это про колюху пробегает. Ценю вашу помощь, что... Нет, хорош, пацан. Сейчас, я всех своих зачистил. Бой. Да, бой. Тут из-за огня вообще нереально сложно. Думали же. Этот придурок меня еще и пришел. А ты до этого еще тюрьму не начал. Это по идее, я посмотрел, я ценю, это самое простое прохождение, по факту. Ага, где просто.
Да. Это в какой части было? В первой. Че, все, вроде никого уже и нету. Вот он, у вас ярко горят костры на центре? Нет, вообще не горят, можно сказать. Ну как в прошлый раз. Что? То может мне тоже включить? Будем прям опса, прям опс. Да, это код. Во! Погодите, погодите, погодите. Там что-то происходит на арене. Выйди. Здоровый с топорами. Да, 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 вот, вот этот. Да, да, вот этот. Идеально, все, гад. Почему мне так не нравится стрелять по этим тиграм? Они же не милые, не пушистые. Ах, мы гадостные. Должно быть, мы что-то делаем правильно. Да ладно, я знаю. Надо, чтобы они одновременно оба загорелись. И все, они так. Стой, стой, не убивайся меня. Я понимаю, я стараюсь второстепенных этих ублюдков. Так, все, остались эти. Все, заманиваем по одному. Там еще один вышел. И мы лоханемся, да? Так. Я убиваю, я двоих хочу оставить. Так, все, тихо, тихо. А, все, 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 не убивайте. Ребят, один остался. Один остался. Нам хватит одного? Надеюсь. Надо, чтобы он на нас сагрился. Леха, беги сюда. Он даже нас топор кинул. Прям в костер в этот. Да блин. Ну он в меня, и ну он что-то такой с костер прилетел. Что-то перестали гореть. Как мы поубивали чуваков, они перестали гореть. Что-то мне кажется, мы уже налажали. Должен быть деревья. Так, он прям ровно в костер. Я хз, здесь ничего нет. Пробую заново. Может кто-нибудь подобрал, пробую еще поместить. Ладно, берите его и пробуйте. Я почит, короче, куплю в идеальный момент. Ага. Сейчас скажу. Стрела каждого символа. Сейчас. Сейчас прям тайминг скажу. Вот. Включи тайминг 3:37. А, Женёк, помоги. Пугал. Ты на арене? Я тут, значит, у единицы решил. Передернуть до своего персонажа. Но. Я не смог найти мясорубку. А я хоть щит купил. Что, за тобой бежать? Просто гоняй его по кругу. Зачем? Пытаемся понять. Просто надо, чтобы его отвлекли, чтобы волна не начала. Подбавьте больно, как помещаем подковы,
Не было, вот именно. Но кол был, но кол сгорел, как сделал. Костры реально перестали гореть. Навоз я выбил тоже. Навоз я подобрал. Молодец. Затем собираем кучи, берем F, то есть крупный войны. Нас здесь хочет вообще верхней башни, где нам нужно. Это проще. Это 27-я волна, да? Плохо. Он же по несколько раз попадал в облако. Ну все, они не горят больше. Нам уже два чувака, то есть одновременно ударили два костра, наверное. Чтоб они горели одновременно, чем типа такого. Сколы могут быть в следующих местах. Допустим, входом в храм со стороны базы Зевса. Можешь голову попробовать ее выбить. Единственное, что вариант. Потому что обелиск у нас появился. В египетской башне. С помощью щита наводиться просто искать там определенное количество голов. Три головы. Я не около вертака. Пальница башни ран. Я не пришел. Костер загорел. А, он умер. Волна новая. И костры горят. Вы слышите, что новая волна? Да, слушай, я поднимаю. Блин, симпатия зрителей упала на минимум. Да, это я набрал. Это типа, это для... Да. Прикол в том-то, что у него появился обелиск. Хотя это на что-то уже выполнено. Чёрт, я сейчас сгорю. Я вот сейчас тоже сгорю. В смысле? Давай. Что ты? Я в другом смысле говорил. Меня подожди, я хорошо валю от арены. Я всем передаю на центре. Молотком. Видите, он там обезьяна. Я утонуть могу. Женек со спины. Плохо. Пойдет. Пойдем на арену. Не, вообще не вариант на арену возвращаться. Да блин, я конь. Я забыл об этом. Сюда я пришел. Я в Египет пошел, короче. Просто так. Так что проблем у вас нет. Так, крайне, прокатить его
Ой, там и тигр еще. Я ультанул, кажется. Я забываю про зелье. Надо пить. Ну, то я беру тебя. Могу добраться. Они все убегают как раз. Середина лестницы. Жена убегает. Спасибо, спасибо. Ой, ты здоровый сразу. Я хотел скорость купить. Это тоже не стоит? Не, я лучше на арену пойду. Чё было? Но у меня он палец вниз. Подогрение. У меня палец на серединке. Хотя я ничего такого вроде не делал. Вот именно я ничего не делаю, вот и вниз. Они хотят зрелищ. Тонкий, но сложный букет. А еще у меня язык не шрушился. Что-то это последний зомби. Вроде осталось. Вот тут топоры кидают. Топоры кидают, и все, вот больше никого нет. Спокойно хожу. Можем расслабиться немного. Прям чай может сходить налететь. Я его загашу ножом, я раз 8 уже ударил его ножом. Стандартным. А что он завис? Он забагался. А, нормально? Развлекаемся как можно. Нифига себе. Ну нифига, он где же. Я с перками.
Я со всеми перками. Так, я за щитом пошел. Далеко их там. Я тоже щит возьму. Пока время есть. Так, направо, наверное? На прям, ну, через пробегал. Я сейчас узнаю его. Вот. А, нет, не тут. Блять, я забыл. Все, я забудил. На, через храм просто прошел, так спокойно. Ты тоже взял щит? Да. Где? Ладно, сейчас. Ох, да. Отлично. Щит есть. Это на патрон. Наоборот, патрон не стоит. И 28-я волна. Так, чё, убиваем? Не-не-не, сейчас. Ну, или убивайте. Чё, убиваем? Убивай. Добьет 30. Я думаю, на 30 уже такой. Че кинуть? Да это хуй. Чего? Держи, Лешка. Говорится, от души до души на душу. О, хорошо, хоть огня нет. Длинный был. Ты что взял? Нака, не по зубам тебе лесник, мое мясо. Да, просто собственно не знаю. Способ отдать концы. Ты точно на этом уверен? Да. Я просто меняю так сейчас бегаю на модуль. Самое такое, что еще патроны дают. Там начало это плёт, наверное. Или электричество. Вот, да-да-да. Кил, киловатт. Вторая сторона. Вот опять. Сколько же раз вас убивать? Топором, ну. А, еще и это. Опять, сука, зажали, ублюдки. Я завязал. Да, мартышку можно бросить. Как раз. Мы мартышку брали. Я уж кинул мартышку. Вот вам необходимо. Черт. Виноваты для максимума. Только брали. Неужели этот ящик куда-то дорог? Блин, 29 уровень, а я до сих пор пашку пытаюсь. Ничего их тут на арене за мной. Подрядим немножечко. А, зажали, блядь! Наверное, лучший зомби-симулятор, реально. Видеть всю эту толпу. Сейчас могу. Если рядом с тобой. Давай, отстреливай. У меня закончились патроны. Так что давай поднимайся. Окей. Лёшка. Здорово, Лёшка. Руки убери, Коко. Пятый уровень на пушке, на которой вообще не играю. Так бы всегда.
А, ящик, и все. Сломали моментально. Блин, два раза подряд лама выпала, а теперь с патроном бегай. Теперь выпадет. Короче, пой. Это просто тактика. Ну она легкая, потому что нет огня в центре, просто бегаю и все. Глаз почесал. Саня, Саня. Я еле выжил. А что, удобно перезарядка молнии? У вас у обоих стояло. Стояло вот тут. Это что, наш зомби, что ли? Все, на арене пусто. А вот. Че, может, ты последний? Да, это последний был. 30-я волна. Пиздец. На обозрачном зомби. Ты думаешь, как я выжил в 9-й раунд? Я, просто короче, побежал быстро, за щитом сбегаю. Че это значит? Вовремя я свалил оттуда, что сказать. Я тут с щитом стою, короче, возле стола со щитами. Просто давай, ко мне плыви. Можем вместе там стать обезьяну кинуть. Крайне ситуация. Езжай, не трать патрон. Это в щите. В щите правая кнопка. А то есть они бесконечные типа? А, нет. 180. Понял. Блин, у меня сейчас на пистолете патроны кончатся. Поэтому я и взял щит. А, ну да, щит можно сразу остановить, да? Да. 31-я волна, лол. Это типа как босс. Чем пойдем наверх? Или тут лучше? Я тут буду отбиваться. Тут просто щиты бесконечные, можно юзать. Даже не знаю, что в такой ситуации. Я жестко, сразу говорю, нет. Я понял. Я пошел. Прогоняю. Считай, я тебя прогоняю. Найду себе свое место. Под соснами? Что вы сказать, вернусь снова на арену. Лёха молотом.
Ну, это дыра такая. Жестко. Вообще нету смысла, я бегал, короче, он вообще ничего не делал. Он как дамажил нифига, так и дамажит нифига. Я все не могу выполнить задание, сжать максимальный рейтинг, чтобы не мучить. Не субатил. Бом, ай, череп. Брать череп, Саня. Это у нас тут изи вроде даже на арене. Люди только так и убивали. Без черепа. Че, патроны. Тут еще один с топорами на арене. Это тут, конечно, немножечко имбаланс. Если его открыть, то здесь вообще можно очень долго бить. Очень много бомб. Давай, проживи, покажи. Ну я уже вторую волну отживаю здесь. Если мы прям умирать будем, перемещайся, оживи там. Живешь волну, мы появимся, нормально. Как бы будешь читерить, но без бага. Поднимешь? Я? Да. Здесь еще обезьяна есть. А, ну что? Ой. Сейчас я кину обезьяну и пойду поднимать. Все, пошел. У этого звереныша мания величия. Кем он себя возомнил? Оставлю, короче, обезьяну чисто на поднять. Или что? Сложность. А, вот теперь меня нокнули. Сука, с спины. Ну, видишь, ну, никого. Не-не-не, меня убили по моей же иглу. Чё? Я пойду или лёг? Я выгляжу всё так же безупречно? Может, не отвечать. Я и так вижу по машине. Меня ещё бьют. На, топай, бегаю. Всё, норм. Всем пока. Что там обратно? Не скучно там стало.
Уходи, у тебя в спине меня аккуратно. Убил одного парня. Ой, зря я в окопашку пошел. Да, слушай, он надо. Сейчас обезьяны кину. Ага, хорошо. Я не буду стрелять. Все, обезьяны. Поднимешь? Тоже без шикарно. Старлит ошибался. Вот вам и необходимое зло. Эти хрень, которая... Скорпион. Вообще прикольно, что замедляет. Ты тоже ее взял? Да, но я ее и выбивал вначале. Мы ее выбили. В ящике? Да, ее там ящик поздравляешь. Я тоже так хочу. Я тебе погоди, у меня пулемет прикольный. Ладно, пофиг. У меня пулемет морозит. Патронов до хрена, в нем 600. Ой, нет, огонь. Ненавижу арену с огнем. Сейчас убьют, убьют. Да, живой. Наш зомби помог мне. Лол. Бомба. Лол. Наверное, я... Ну, вот эта волна будет у меня. Последняя? Да, ну я все. Я во-первых, не знаю, как проходить, и уже стал подписать. Ой. Я не знаю, где находится Мальгала, но оружие... Че, обезьяны кинуть, что ли? Все, кинул. Сань, поднимешь? По крайней мере, ты не тут. Извращенца есть прок. Что подстрелил я пока этих. Фу. Теперь хорошо бы вымыть руки. Враг моего врага все равно тот еще не может. А блин, в огне. Блять, где чувак с старпорами на сцену? Еще один. Thank you.
Блин, ноль патронов. Пошел пистолет покупать. У меня там, может, патроны выбит. Посмотрю, что у меня в центре. Женек, уходи оттуда. Сейчас. У меня есть крута есть. Это еще один запрыгнул. Сейчас он выйдет меня. Аллах, кидай уже эту. Все. Поднимайтесь, Шоу. Не время спать. По крайней мере, от этого извращенца есть. Че, Лёх, ты сам не пошел понимать? Нет! Обезьяны у меня нет. Прискорно, кажется, там будет наша контрольная. Саня решил специально, короче, отдал. Нет, я сглупил. Ох, это жалеете вы, крикуны. Нет. Дракон говорит привет. Подниму сейчас второго. Палец вниз, гладяр. Если кончится... Я их размонсовал. Лов. Я уж не успел понять, оказывается. Как долго эти обезьяны заполняются? Тут Лёша бегает уже. Понятно, бегу дальше. Патронов снова нет, лол. Опять на пистолет покупать. Не смог купить. Обидно. Я без патронов на центре, без ульты, без обезьян. Тебе поздно. Там в каком-то... В зеленой, хрени есть вроде это. Где леса. Где это? Который находит. А у меня стандартная пушка, которая... Просто население читы за мной тут бегает. Понятно, пацаны. Хочу попасть, да. Я так просто не дам! Эй, не леги! Как насчет перекура? Мне надо за патронами сгонять. Что скажешь, что? А, да, я понял. Эти ублюдки раскрошили мой щит. Сейчас, обезьян тут нет. Не ульты. Где ты? В центре он. На арене. Красава. Четко. Не убежал. Да, а куда я бежал? А, на центр я бежал. Ебать, нет, я не бежал на центр, я понял. Сейчас я на центр. Что там на центре, дроп? Нужны еще патроны. Ой-ой-ой, что-то жестко. Эй, может, мистер Гоу оторвет задницу от стула и малость нам поможет? Ага, блядь, без патронов потягивает. Фу.
я-то... Можно же остаться, если Саня выйдет? Я еще пойду. Ну, сейчас попробую. Да у нас у всех пинг. Ну, ладно. Что дальше? Почему мне так не нравится стрелять по этим людям? Они же не милые, не... Костры горят, ребят. Гадостно. Должно быть, мы что-то делаем правильно. Патроны выпадут сразу из них. Тут и эти с топорами. Давайте дождемся, чтобы они кидали. Не убивайте. Аплодисменты будут или как? Покойся с миром, кошечка. Ну, двоих уже убили, я вижу. Блять, он только собирался меня кидать, на тебя согрелся. О, тут второй появился. Я его попробую на себя. Еще один появился. Три их. Ну не, деревяшка не появляется. Там прям как такой, как кусок деревяшки. Они друг друга еще доносят на дома. Когда горит, он должен кинуть, мне кажется. Прям сильно. Просто так. Положение. Видишь? На подальше его отвести для начала, а потом снова подбежать к костру. А это один остался? Нет, их было один на тебя, один на Лёхе. Все окей. Блин, он меня киданул, но я не успел сбежать. Не попал в костер. Kill the bitch. Они друг друга сейчас бить будут. Смотрите аккуратно. Бьют друг друга. Пусть кидает. Ладно. Да. Че, уровень начался? Давай, один ко мне. Двое побежали. Какая большая злоба в таком маленьком теле. Резкое зрелище. Вы действительно перенеслись в прошлое? Или испарения позволяют нам переживать жизни других людей? Что происходит? У меня связь прервана была. Класс. Я завис. Нет, сейчас ползу. Как задница гавуча, только в жидком виде. Перки покупают снова все. Это Саня лучшего ракетница. Битва продолжается. Но топоров в воздухе меньше. Че, еще играть хочешь, Саня? На, хочу убить их. У нас тебя 33-я волна отдыха. Как 33 коровы, да, тут 33? Да. Ничего, там у кого-то денег 51 тысяча. У тебя, видимо. Патроны. О, толпа. 136-ка. О, что-то скинули. Дерьмо, понятно. Что тут?
А я сейчас умру. Это долго, да? Огонь горит. Симпатия зрителей. Че у тебя с ней? Максимально. Отлично. Так, все делают под ноги, стреляют гранатомет. И... Новые зомбаки чудо. Показалось. Просто не прогрузил. Сейчас умру, сейчас. Я поднимаю. Там жизнь. О, что было? Они просто, они, ты только берешь его, я 3-4 удара и все, тебе нужно щит. Восемь гладиаторов, а, понял. Понял. У тебя там чисто? Сейчас. А мы чё, оба тут? Саня. Всё нормально. Блядь. Я просил мартышку сидеть нам реанимировать. Тут я, который... Или он уже не катит? Я не знаю, кто его вырезал, потому что... Мы не ушли близко к карте. Вниз! У меня в ракетнице еще и примерно 5 зарядов запаса. Орион, конечно, прикольная пушка. Блин. Жестко. Опять ты забыл. Куда вы щиты успеваете обновлять? Я вообще хз, я с одним бегаю вообще походу. Очень важных переговоров. Так. Аккуратно, аккуратно. Нормально с ракетницей, да? Ага. Где ее взял? Ящики? А, да, из ящика и улучшил на 2 раза. Нормально. Ой, вс
сейчас умру. Все, нам все нормально, нормально. Я их задержал. Но начал учиться. Полнел, чувак. Я и пробил. Но я предпочел бы найти еще обоих. Здорово. И пойти сражаться. Где это дыши? Так, он... Живи, кто-то остался. Пожалуйста. На мартышку мне сразу кидать. Двое играть. Две мартышки. Какой странный человечек. Смыкайтесь. Блять, вы не сомкнулись. Кто там говорил это создание? Я думал, вы соединились вместе, ближе подползли бы, я вас сразу бы начал реанимировать. Я одного только начал реанимировать. Эх. На, босс, базуки поднимись. Кто? 160. Чем у нас с Женьком? Кто там? 150 очков разницы всего лишь. Это было жестко. Да, это жестко. Сейчас увижу, сколько мне уровней дали, сколько я открыл, я просто... А у меня плюс 4 уровня. Да, плюс 4 уровня. Плюс 8 чуть-чуть нельзя. Куча пушек. О, какой-то... Ничего себе. У меня уровни 6, да. 7. Да. Мы играли один раунд.